Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму черешню самым простым способом. Рецепт очень быстрый и легкий. Ягоды сохраняют свой вкус и аромат до самой зимы. Не теряют форму, остаются такими же плотными и упругими. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Берем спелую плотную черешню, моем ее и удаляем черенки. Сразу подготавливаем банки и крышки. Банки будет достаточно просто хорошо вымыть, можно не стерилизовать. А крышки заливаем кипятком. Затем раскладываем ягоды по банкам. В 3 пол-литровые баночки у меня поместилось 900 грамм черешен. Теперь заливаем банки крутой кипяток. Делаем это постепенно, чтобы банки не лопнули. Дальше прикрываем стерильными крышками и даем постоять 10-15 минут. Затем сливаем воду в кастрюлю. Надбираем 100 мл, добавляем сахар, лимонную кислоту, перемешиваем и отправляем на огонь. Ждем, пока закипит. Варим буквально 1-2 минуты. И сразу заливаем горячим сиропом пропаренные черешни. Жидкость должна доходить до самой крышки. После чего банки закатываем. Переворачиваем. Тепло укутываем и оставляем до полного остывания. Вот и все. Черешня в сиропе на зиму готова. Хранить ее желательно в прохладном месте, но можно и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.